Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня увертюра на своем месте, да? Такая небольшая отсылка на нашу весеннюю встречу, где мы заканчивали концертным произведением. Конечно, можно сказать, что эта музыка больше про море, про корабли. Ну, она вот с соседней стихией как-то созвучна тоже. И, как вы читали, «Осенняя мелодия» называется наш концерт. Вот эта осенняя пора, ну, как-то она про русского человека или про человека, живущего в России. Вот такая, как говорил Василий Макарович Шукшин, человека думу думающего, да, размышляющего, мечтающего, созерцающего. Собственно, и произведения, которые будут сегодня звучать, они, ну вот, по духу, по своему настроению, внутреннему миру, больше такие вот где-то меланхоличные, где-то размышляющие. И следующим номером прозвучит произведение, которое написано Антонио Вивальди. Вот тоже, да? У кого-то разные ассоциации возникают при том, когда услышали композитора, разные ассоциации. Вот часто с Вивальди связан такой воспоминатель. Вот Вивальди, значит, времена года обязательно. Но сейчас, то есть вот его вот такая вот фактура, язык композиторский, смычковые, они, ну, такой ассоциативный ряд представляют, связанные с временами года. Не знаю, у меня такое вот восприятие. И прозвучит произведение, к которому руку приложил также Иоганн Себастьян Бах. Это концерт «Ля минор», третья часть. Получается, Вивальди Бах. Исполняет студент второго курса Новосибирского музыкального колледжа имени Мурова Геннадий Заволокин.
Следующее произведение написал французский композитор Луи Дакен. Баянисты, как вы поняли или как вы знаете, да, очень много исполняют переложений, произведений, написанные не для баяна. И вот это произведение написано для клавесина. Оно очень известное, называется «Кукушка». «Кукушка» Дакена часто звучит от мала, так скажем, до велика, до концертного исполнителя и учащийся играет это произведение. Исполнит нам эту пьесу ученик 6 класса Новосибирской специальной музыкальной школы Ринат Шамсутдинов. Характерно для музыки клавесинистов. И следом тоже прозвучит такая пьеса «Картинка», но написал ее другой композитор Жан-Филипп Рамо. Вот пьесы этого композитора играют баянисты больше. Мы знаем «Курицу», играют «Тик-ток-чок», «Молоточки», да, звучат «Тамбурин». Сейчас прозвучит произведение, которое называется «Перекликание птиц», возможно, тех птиц, да, которые перелетают сейчас, в отличие от нас, в более теплые края, исполняет студент 2 курса Новосибирской консерватории Кирилл Куш. Thank you.
Сейчас прозвучит произведение нашего современника, композитор Николай Никитич Малыгин. Он живет в городе Челябинске, заслуженный работник культуры, профессор Челябинской академии культуры и искусств. Прозвучит пьеса, которая называется «Ария». Исполняет студент первого курса Новосибирской специальной музыкальной школы Александр Эйзольд. Композитор Арчибальд Джойс руководил в начале 20 века оркестром салонной музыки в Великобритании. И этот оркестр был очень популярен на балах, и, так скажем, его называли королем
английского вальса, этого руководителя, композитора. В России был очень популярен вальс под его сочинением, называется «Осенний сон». И не менее талантливый композитор наш отечественный, Григорий Шендерев, или Георгий, простите, Шендерев, в общем, сделал транскрипцию, и получился вальс, популярный тоже очень баянистов, Джойс Шендерев, «Осенний сон», исполняет учащийся 9 класса Харин Дмитрий. Thank you.
учащегося 9 класса Новосибирской специальной музыкальной школы. Он исполнит две части из испанской сюиты украинского композитора Анатолия Белошинского. Thank you.
видя, что в зале очень много школьников, и перед следующим произведением я понимаю, что нужно, наверное, сказать чуть больше. Потому что для восприятия музыка не такая простая. Имя Александра Николаевича Холминова – такая яркая страница в 20 веке вообще на мировой культуре и в отечественной, тем более. Он много сочинял в оперной, симфонической музыке, кантаты и так далее. Музыка к кинофильмам, несколько фильмов. И для нас он тоже очень знаковая такая фигура, особенно сюитой для баяна, которая была написана, по-моему, в 52-м году. Сам Холминов жил с 25-го года по 2015-й. Это такой поживший, увидевший жизнь, да, человек. И если сравнить его первое творчество, та сюита, если кто, баянисты помнят, да, и вообще ее охарактеризовать, это очень такая советская, энергичная, жизнерадостная музыка. В четырех частях сюита, композитору было на то время примерно 27 лет. И представьте, обратился к баяну он опять спустя полвека, можно сказать. Как меняется человек за 50 лет? И вообще, даже вот кому сегодня 25, 26, 27, если у вас спросить ваше отношение к осени, например, там, когда вы прогуливаетесь, или сейчас выйти, если в Первомайский сквер, спросить его, убеленного сединами человека, сидящего на лавочке лет 80, что он думает и как он относится к такому времени года и какие у него от нее мысли, это будет. Или спросить у того же молодого, что такое дружба, или у молодожен, что такое любовь, да, и спросить у этого пожилого человека, что такое любовь и так далее. Поэтому это в 98-м году была написана концертная симфония для баяна, очень такая масштабная, 20-минутное большое произведение. Дальше еще была написана «Осенняя мелодия». Это произведение написано в 2005 году, получается, Холминову было 80 лет. А тема была написана раньше. Кинофильм такой есть «Председатель» в 64-м году. Это, опять же, такое советское кино, когда с Великой Отечественной войны приходит, по-моему, без руки человек, мужчина, и начинает поднимать в упадке колхоз, там все это, такое, про сильную волю, про мужской характер. И там в фильме была такая простая мелодия звучала, примерно вот так. Сама тема, и вот он ее использовал, эту тему, дальше и написал такую фантазию, которая называется «Осенняя мелодия». На афише написано 6+. Пожалуйста, самые маленькие ребятишки, если вам будет непросто, наберите терпение, чтобы взрослые могли спокойно послушать. Да?
чтобы немножко осеннюю хандру разогнать, приглашаю на сцену студента второго курса Новосибирской консерватории Александра Глушкова. Александр Новинкин, барыня.
ближе уже к образам детским, наверное, ближе к зиме, когда Рождество, когда елка, когда сказка для кого-то. Например, для Гофмана, для Дюмы есть такие сказки «Щелкунчик и мышиный король» или «История Щелкунчика», да, которые легли в основу балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Сейчас прозвучит фрагмент «Танец феи Драже», исполнит студент первого курса Новосибирской консерватории Константин Давыдов. Вячеслава Черникова «Воронежский ковбой».
часто дети, а и не дети, взрослые, наверное, все к концу определенной поры времени года устают очень и ждут следующую, да? И часто такое мы по себе знаем, когда ждешь зиму, в конце зимы уже от этих шуб устаешь, простите, от подштанников всего на свете, да? И ждешь лето, к концу лета как-то уже и к санкам. Костя Давыдов для нас исполнит одну часть из сюиты Шендерева «Узоры луговые». Называется она «Провожание».
Как раз следующее произведение переводится «После твоего ухода». Там продолжение, вышедшим из завода. «После твоего ухода я не буду скучать». Но так и есть, да. Лейтон, Крамер, Фанчелли. Три человека поучаствовали в сочинении этой композиции. То ли осень они провожали, то ли зиме радовались. Я не знаю, будем догадываться. Приглашаю. Пуш Кирилл. Осень такая пора, когда шапка решает, что у тебя будет на голове, да? И место нашего концерта небольшой такой пьесы шутки. Может быть, дети скажут, кто из насекомых самый трудолюбивый? О, я думал, а пчелы где? Януш Войторович, один из участников Motion Trio известного, да? Композитор многих их композиций написал такую пьесу, которая так называется «Муравьи». Thank you.
всегда кажется, ползет паучок, найдется вот такой друг, который его раздавит, да? Но кажется, ну ползет, никого не трогает. Я приглашаю секстет баянистов. В заключении концерта прозвучит вновь Антонио Вивальди. Небольшой такой эксперимент. Здесь уже без транскрипции для органа, для баяна. Для баяна, остается концерт. Тот же концерт, что звучал в начале, для минор, первая часть. Thank you.